Да пипец. Я не стал кушать, ничего, сейчас побыстро сделаем, что надо. Потом уже отдыхать буду. Так. Конец, ты где? Алло. Сразу много отрежу, повешу снизу, чтобы оно удобнее браться было. Это невозможно вот так. Так, а где этот? Без колонки будет. Я понял, что это будет печальная колонка, скорее всего, сломается. После
нескольких падений, которые будут, она придет в негодность. Так что, к сожалению, без колонки. А по маленькой, поменьше. Ой, поменьше колонки нету. В этом и проблема. Здравствуйте. Ой, что-то я понажимал. Давай, настраивайся. Ну чего ты моргаешь так неприятно? О, не должно скакать. Смотрю сам себя, потому что не понимаю, что там с качеством. Ну, вроде нормально. Почему не было уведомления? Потому что я быстро рейд дал и быстро запустился. У меня даже сохранился чат. Мне Покедова написали в 09. А запустился я уже в 39, то есть оно не успело даже, наверное, офнуться, скорее всего. Так, вроде не моргает. Предупреждайте, если будет моргать. Кто сзади эти люди? Это Марк Гуакамоле, это один человек. Мы делаем его куклу. Нет, это не проект, мне никто не платил. Просто я сам захотел и наконец-таки занимаюсь творчеством. Да, сложно, конечно, с работой совмещать творчество, потому что надо еще и деньги зарабатывать, еще и творчеством заниматься. Спасибо большое. Я элементарно просто не вывожу. Я уже пришел, я чувствую, что я уже слабенький. Если бы я сейчас покушал, сразу что-нибудь перекусил, я бы спать лег или смотреть что-нибудь. Это благо я засел сразу за творчество, так бы, конечно, тяжко-тяжко. После целого дня катаний, после постоянных нагрузок этих, и морально, и физически устаешь сильно, поэтому не вывожу я. То есть я хочу каждый день, может, дома так заниматься. Ну, я опять же, с телефона стримлю, интернета нету. Нет, это... Мелстрой, фотки того самого. Пригодился Мелстрой, собственно, да. Кто бы мог подумать, что он пригодится. Дорогой наполнитель, да, чуть-чуть. Надо жопу сделать красивую сзади, вот так. Чтобы прям жопа была. Кто книжку порвал? Я принесу, порвем. Так я уже почти, я всего Мелстрой уже порвал, тут 3-4 штучки осталось. В любом случае я буду рвать дальше, потому что мне, в смысле, зачем? Затем, где мне брать еще столько наполнителя? Да забей про эти тиктоки, это фигня. Я пытался, но красивая жопа, спасибо. Пока это похоже больше на памперс. Ну да, сверху будет голова, снизу ноги. Ой, нет, не надо, блин, все. Ну, не начинай проходки, пожалуйста. Не надо. Забей. Тиктоки будут. Ну ты видишь, я элементарно не успеваю. Ну какие мне еще в тиктоке? Тут бы выжить вообще попробовать. Слава богу, как там в песне. Слава богу, все еще живой, все еще не сдох, слава богу. Так что... Куда мне еще эти фотографии? Привет, Дениска. Куда мне еще тиктоки эти ссаные делать? Я не успеваю элементарно. Сделаю я тиктоки, сделаю. Будет все. Ну не сейчас. Потом уже. Не парься. Ну согласен, да. Больше тратить не буду на мужиков. Буду на тебя только тратить. Мама ушла кашу делать, клюды. Скоро вернется, поэтому пока мамы нету, можно хоть пошуметь, да нормально поделать что-то. Сейчас мама придет, и все, опять буду сидеть, молчать. Так, скотч скоро закончится, вот зараза.
скотч надо будет покупать. Сука, все вечно в доме заканчивается, как меня это бесит постоянно. Интернета нет, скотча нет, нихера нет. Вечно ничего нету. Заебался я уже про эту тему. Вечно ничего нету. Брат, а где ты материалы взял? Да какие нет? От коробки-то мама заказала вот эту, вот это дерево, коробка из-под, от этого, от под дерева. А, бумага это фотографии, мол, строя, которые я хотел в ТикТоке снимать. Вроде все есть, а вроде ничего нет. Так ничего и нету в том-то и дело. Все позаканчивалось, блин. Ну, вроде еще хватит каркас поделать. Потом завтра надо обязательно купить, не забыть скотч. Что забуду, буду, будет обидно очень. Если забуду. Ма, ты? Какую повеселей? Мам, ты? Ма! Ты пришла? Я ушла. А, ушла? Ну давай, удачи. Так, ладно. Здорово, здорово. Так, ладно, надо вторую руку, руку делать. Что упало? А. Так, продолжаем вторую руку делать. Где вторая рука вообще лежит? Где она не лежит? Что-то я... Сейчас это что, ноги? А где руки тогда? Это ноги вторые. Это ноги. Предплечья стали крупнее. Я? Это из-за ширика. Денис Кадена. Да не хочу. Это ноги, да. А вот где руки? Руки вот они, но... Вот руки. Но мне нужны руки, прототипы, которые были. Ай. Да там неинтересно. Так, ладно, надо сделать руки. Спасибо. Спрячь руки. А расскажите, 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 конечно. Где нож? Так. Руки-базуки? Да не. Не надо нам такое счастье. Эта трансляция не сохранилась? Я думаю, нет. Я не знаю, может сохранить, может не знаю. Не поймет, все равно не поймет. Это локальный мем, это никто его не поймет, в принципе.
таких, да. Выведи Аню на второй план. А, ну какой смысл от этого? Ты же крывашка уже! А, вон нашел. Стрипсы. Ну, я поняли. Псы. Псы сутулые. Литра сока, обалдеть. Что-то ты много прям, не? Потом всю ночь будешь писать бегать. Денискины рассказы. Это чисто Денискина книжка, точно. Да я прикалываюсь. Чистая правда? Да верим. Что мы не веришь? Мы верим тебе. Дениска написал рассказы. Хочу на Литрес купить. О, да. Это точно. Даже картин, да хоть бы, может, куклу купят, так что пока кукла делается, вы уже можете ее купить, а то вдруг потом Марку понравится, а вы ее просрали, имейте в виду, а вдруг Марк захочет, я ему отправлю бесплатно, так что имейте в виду, может, я лучше продам ее, а только Марку не говорите. Цена? Ну, ты можешь первым предложить цену, в принципе. Если хочешь. Варила? Ой, мы шишек варили, кстати. Весь дом провоняли. Было дело. Да, мы верим тебе. Так, 500 рублей, первый лот. Так. Так, 600 рублей. Где этот молоточек? 600 рублей. Продам, еще сделаю делов. Может, я вообще тогда буду только этим и заниматься. Людям это, клепать. Знаете, как эти в Китае же на заводах сидят, клепают. Хотел пошутить, но не буду про детей шутить, осуждаем. Ну вот, я тоже буду сидеть, клепать кукол. Пусть покупают люди. Thank you.
Ему придется. Ему придется. А почему? Дениска сам зарабатывает. Дениска много зарабатывает. Мышц Ивана, да. Точняк. Это точняк. Господи, кто там? А, волосы, господи. Думал, кто-то по мне лазит. Мало ли. Да? Уютно, да? Уютная джазовая атмосфера. Как будто мы в филармонии сидим, кукол лепим. Хе-хе-хе. Это вам не на работе вот это ездить, материться, дорогу поганенькую вечно смотреть. Тут расслабон и чил. Безумное удовольствие. И все такое. Ты долго ковыряешься, там по первому никак нельзя было слепить. Так я шелеп... В смысле долго? Нет, это кажется, что быстро на самом деле. Нет, тут вот в этом и проблема, что это не так быстро делается. Это кажется. Даже из картона оно делает. Даже то, что вот оно вроде и не из дорогих материалов делается, все равно тяжело. Это мутить, вертеть, крутить, пердеть. Привет, привет. Да, похож? Блин, еще был бы бессмертным. Цены бы не было, брат. Цены бы не было. Реально.
достигает высот. Ну, высот пока особо не достиг, но за комплимент спасибо, брат. Спасибо большое. Эх, дайте бессмертие, чтоб я реально Кощеем был. Не, это Марк Гуакамоле, какая любовница, в смысле. Привет, какой у тебя рост? Привет, 178 сантиметров. Он худенький, 45-46 килограмм. Ну, наверное, чуть-чуть худенький, да, ты прав. Спорить не буду, брат, спорить не буду. Тут спора нет. Ваня стримит? Ваня стримит, да. Все правильно. Сказал 178? Да. 178. Кукинг-стримы будут обязательно 19 марта примерно, с 19-го. Надо еще потерпеть недельку. А почему так плохо слышно? Потому что это телефон. Может, поэтому я с телефона стримлю. Блины? О, блины я тоже жду на самом деле. О, а что у меня стрим перезапустил? А. Нормально вроде. Так, стрим идет, надеюсь? Да, вроде идет. Ой, блин, я сам жду уже тоже. Только не факт, что мы их будем делать, конечно. Кстати. О, тоже столько же. Ну, видишь, мы похожи, брат, с тобой. Похожи. Блин, блинчиков хочется, а у меня их и нету дома. Так обидно. О, у тёщи на блинах. Будут другие блюда. Ну, ладно. Блинов не будет, ребят. Другое поготовим. Скажи, наверное, ну, сильно. Я жру много. Иногда много жру, а вешу столько же. Я уже так вешу 10 лет, больше 10 лет, поэтому как бы... Видимо, да. Быстрый самообмен. Ну, возможно, еще глисты. Тест бицухи. Маму попросить? Да не, маму я не буду просить. Она работает. Она пошла кашу делать. Поэтому... Не, маму я не буду просить. На крайняк пойду куплю, да и поем, господи. Что-то заставлять кого-то. Не в коня корм идет. Да. Точно. Это точно. Ушла, ушла. Уже ушла. Гречка. Гречка — это прикольная тема. На глистов? Да, да. Надо глистогонное что-нибудь попить. По-хорошему. Какую-нибудь тройчаточку бы, может, бахнуть. Что-нибудь в таком духе. Да и живу дальше. Кощей бессмертный. По факту. Буду Кощеем бессмертным. Так это круто, наоборот. Буду бессмертным, короче. Мало ем, долго живу.
свой приложил и дали 90. О, господи, что ты пишешь? Я ничего не понимаю. Да я тоже смирился, на самом деле, со своим весом. Кощей Бессмертный рулит. По факту. Так, а где опять? Я дико извиняюсь. А вес не прибавлялся? Не. Спасибо. Не, вес не прибавляется, к сожалению. Не хочет. Спасибо, спасибо, Миша. Ой. 50? Не, 45. 46. 46 вешу. Богатырь, спасибо, спасибо. Это я. Да, тут мол строй немножко. Немножко обрезал фотографию, так сказать. Не, он точно это не видит, поверь. Мелстрой в гуакамоле. Кому скажите, никто не поверит. Есть иногда такое, что... Да, я понял про что-то. Я думал об этом. Мне любимая тоже говорила, что надо мне идти в массовку работать или в такие места подобные. Ну, я не знаю, куда подавать данные свои, понимаешь? Куда там отправлять фотки или что, или куда? Взамен богатыря кто? Не знаю. Кто? А потом он тебе припомнит, что ты его... В сказках? Илья Муромец, наверное, же. Потому, брат. Ой. Не там режу. Лот номер 3. Я думаю, нет. Тогда можно будет разыграть. 50 рублей донат кидаешь. Я записываю на листочке. Закидываю в барабан, кручу барабан. Чей ник выпадает, тому отправляю по почте в Россию. По России куклу. Ну, в Ростове, наверное, посложнее будет. Надо в Москву ехать, если кастинги какие-нибудь или вот эти массовки, это надо в Москву. Там же эти, как их там называют, где они у них там делают эти... Где они там у них эти делают? Ой, господи. Фильмы эти. Побольше бери, тебе 110 килограмм лепить. Ну, на самом деле, пузо надо увеличивать. Здесь сверху голова будет. Что-то пузо маленькое, да? Надо, наверное, пузо увеличивать. Мы сделаем, сделаем. Это я руки делаю. Руки у него мощные будут. Мощные, вот такие сосисочки. А вот пузо надо большое прям делать. Потому что он там прям мальчик. Мальчик такой прям, сытный мальчик. Тут такой прям аппетитный мальчик, как говорится. В хорошем смысле, разумеется. Анют, я сам сделал. Я люблю покушать, да, по факту. Не, никто никого не собрался, ты что? Блин, сильно сделал. Ни в коем случае.
Марка мы любим. Марк наш любимый, ну мой любимый стример, один из любименьких стримеров. Кстати, ХЗ, почему именно Марк? Я просто как-то в моменте узнал, что дядь Жора его смотрит тоже. Я там посматривал. Иногда прям заходил, прям мне нравилась эта атмосфера. Ну, я чувствовал какой-то такой простой парень, который тоже добился всего в интернете сам. Я такой подумал, блин, ну грех знак уважения куклу не сделать, правильно? Мне? Так и я матерюсь тоже иногда, но что делать? Не, мне нравится... Так он не толстый, он в меру упитанный, если можно так выразиться. Где ж он там толстый? Посмотри, стримы, красавчик вообще. В самом соку мужчина. Вроде не толстый, как будто бы нет. Такой прям, ух, потискать. Ну какой, ну что ты грубости пишешь? Нет, нет, нет. Да что вы всего его обижаете? Все его обижают. Один я заступаюсь, такое ощущение. Один я его как будто бы это... Мне он, ну, импонирует. Эмпатирует. В меру упитанный, да. Как правильно, даже не знаю. Импонирует, да. Мы сначала его протестируем, он со мной месяц поработает, если выживет. Я тогда Марку отправлю по почте. Гробик сделаем. Уф, извините. Эту коробочку я ему красивую сделаю. Туда вложим какие-то, может, фотографии или что-то. Вот эти я сложу все фотографии. Отправлю ему тогда по почте России. Блин, а могут на почте России подумать, что я чье-то тело отправляю, да? И посадить меня в тюрьму за это. Осуждаю. Конечно, не подумают. Конечно, не подумают. Не, меру упитан это про Марка. Главное, чтобы они там его не распаковывали на таможне. А то будет это идти рентген, ну когда просвечивают посылки, а там Марк лежит. И мне кажется, таможники в шоке будут. Они охуеют. Я про то же. Толки нужны? Да нет. Я понял, о чем ты. Но я их сам создаю, можно сказать. Так они более прочные будут от того, что я создаю. Конечно, не много, но... Втулки от бумаги туалетной было бы, кстати, да. Гениально бы. Кстати, обращу ваше внимание, на стримах дома, обратите внимание, всегда онлайн меньше и фолловеров практически нет. Я к тому, что
По сути, для профита канала нет смысла вообще стримить ничего реального, кроме кукингов и работы. Делайте выводы. Что всем нравится только вот именно когда экшен, движение какое-то. Вот так. Так что, если кто-то начинает стримить, начинайте стримить экшен сразу. Иначе будет очень все плохо. Либо если вы... Ладно, не буду шутить. Дома тоже? Ну, не, можно, базар ноль, но... На улице это проще создает, делается. Даже ничего делать не надо, просто в доставке по Ростову работать. Да, но чтобы накопить такое количество зрителей, которые будут тебя постоянно смотреть, надо лет 5 минимум отстримить. И то Алекс Дартеч, вот он 6 лет стримит. Сколько у него сейчас онлайн? 33 человека. Значит, пиздец. Так это еще с рейдами и Вилона постоянными. 6 лет, блядь, 33 онлайна. Блядь, мне так просто жалко. Хочется, чтобы у него больше онлайна было. Тема скучная, думаешь, с Марком? Блин, ну как скучно. Знаешь, как потом весело будет с ним кататься? Будем такие приколы делать. Ну, само создание, может, и скучное. Базару ноль. Базару ноль. Базару ноль. Дядь Жор, привет. Ну, дядь Жор, ты прав. Наверное, надо просто пробовать что-то еще стримить ему, возможно. Конкуренции еще с каждым годом все больше. По факту. Привет, привет, дорогой Мишенька, привет. Я шаг за шагом, Мишка, стремлюсь. Я выкладываю еще, кстати, на YouTube постоянно этим свои архивы видосов. Оттуда зрители начали идти, не поверите. Да, Мишка, я постоянно что-то придумываю, что-то делаю. Что-то постоянно это, как это сказать. Еще TikTok надо вести. Рекламу. Я вроде выключал. ТикТок надо. Надо Ютуб и меня. Ну, Твич. Дядь Жора, ты правильно сказал по поводу выключи, отпугивать зрителей. Все, сейчас выключу. Я вроде выключал. Где она тут находится, эта реклама? Монетизация, реклама. Сейчас. Реклама. Выключить. Все, вроде выключил. Все, вроде больше рекламы не будет. Так что это? Всем привет еще раз, дорогие мои. Это фолловеры? Нет, нет. Это мы Марка Гуакамоле делаем, куклу. Будем с ней кататься, веселиться, проводить всяческие эксперименты. Короче... А потом отправим Марку как подарок. Я гробик сделаю. Господи. Коробку сделаю. Завтра работаем, да, с 9 утра. Посылку классную сделаю, оформлю, туда упакую куколку. И потом отправим Марку как подарок. Вот ему будет приятно. Сделаем такую же белую маечку, как у него. Ему по вот эту, как у него там это... Ожерелье вот это, которое у него висит постоянно. Наушники можно, кстати, сляпать. Скляпать будет тоже, чтобы прикольно было. И отправим. Но сначала протестируем, он поработает с нами в доставке обязательно. Поработает с нами в доставке. Мы протестируем куклу, если она не развалится за месяц. Ну или за сколько времени, пока кто-то не захочет ее забрать. А может еще кто-то из зрителей захочет забрать куклу. И мы ее туда отправим. Тренажер ему сделал. О, хорошая идея. Блин, прикольная идея на самом деле. Больно? Да, я нормально. Малстрой тоже пригодился, вот, в наполнителе для куклы. Так что, слушай, а тренажер, в принципе, можно замутить. Можно будет сделать штангу маленькую, игрушечную ему, туда положить в коробочку штангу. Гири положим. Еще что-нибудь такое. И прикольно сделаем, типа это, да, инструменты для
тобой заниматься. А потом я и отправлю, и напишу это сообщение ему, отправлю, он же, чтобы он прочитать смог напрямую, когда посылка ему придет. Там будет написано, типа, Марк, вызываю тебя на дуэль, ты должен будешь похудеть, на сколько килограмм похудеешь, а я должен буду поправиться. И кто из нас быстрее это сделает, больше килограмм, там, допустим, за срок там 3 месяца, кто из нас это больше сделает, тот тому подарит 100 тысяч. Допустим, я если поправлюсь на 30 килограмм, а он похудеет на 25, тогда я выиграл. А если я поправлюсь, там, допустим, на 25, а он похудеет на 30, значит, что он выиграл? Я ему скину это, донат тогда, он выиграл. А либо наоборот, можно на сотку поспорить с ним. Что думаете? А что с качеством? Где я 100к возьму? Не знаю пока. Ну, 50, ладно. Ладно, бог с ним, 50. За 50 сделаем. Ваня, что с качеством? Что с качеством? Ну, 720, что? А, то что плохое? Освещение плохое, и это ширик. Я поставил ширик, чтобы вам было больше видно было. Худеть быстрее, но у меня будет больше мотивации. Я проиграю. А, блин. Я проиграю, думаете? Ну ладно, тогда не буду пари придумывать. Тогда не буду. А ну вас в баню, я только придумал прикольную идею, а вы мне взяли, загубили эту идею. Ну вас все. Все, я больше ничего придумывать не буду. Сами придумайте. Вебку купи. Вебка у Ани. Да что я буду деньги на эту вебку тратить? У меня вот телефон. Я стримлю дома раз в 100 лет. Зачем мне вебка дома? Я ж не стример домашний. Я же РЛ стример. Мне смысла нету покупать вебку, понимаешь? В этом смысла нет реально. Не, было бы неплохо, но деньги тратить без толку. Зачем? Да нормально по качеству. Главное, что меня видно, да и все. Меня же видно? Кукловоду. Не, обычно. Hello, my friend. Hello, my friend. Guacamole streamer. Photo and guacamole streamer. Popularity Russian streamer. Most big popularity. Big man. Big popularity, big celebrity, big масса. Баним зрителей. Я не банил, я ему мут дал. Он вечно какие-то глупости пишет. Big. Very big. Ой. Twitch, стример Twitch, yes. Фото стример Twitch'а. Twitch стримера. Все глупости пишут. Не все, только Дерек и еще кто-то. F. Что F? Чат нужен, чтобы глупости писать? Не всегда. А ты таких стримеров просто пишешь, смотришь, у которых глупости пишут. А у меня глупости не пишут. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно, иногда. Не F, ошибся. Becoming популяр гуакамоле стример. Yes. Most celebrity man Тольятти Сити. Oh, beautiful. Charismatic man, guacamole, it's a power man, and biceps, triceps, kilos, 100 kilo man, 100 man, да, где-то примерно 100, наверное, 100 это 100 же, правильно, да, короче, мощный стример очень. Подкачался. Да, 100 кило гуакамоле стример. I'm fanat to стример. Марк. Incredible стример. And Twitch платформ. I'm recommendation to following to Mark. Channel, Mark channel. It's Mark. Ой, меня как послушаешь, наверное, это можно с ума сойти. Ебаньку.
Так, надо еще бумаги, да? Где бумага? У меня бумага кончается. Пойду эту книжку рвать, которую мне давали недавно на халяву. Приходилось как раз пригодиться. Не зря взял. Это что там такое? Волосы опять, что ли? А что за модель ноутбука? MSI. Какой-то GF65, по-моему. Я так ждал этого момента. Ха-ха-ха. На стриме это, наверное, не надо будет делать прям при всех, а то может кто-то оскорбиться и забанит херам. Мы ж не будем никого оскорблять. Могут, еще как могут. А вдруг меня кто-то из Харе Кришна смотрит и меня забанят потом за это, понимаешь? Боже, как эти руки долго делаются, господи. За час сделал только один бицепс. Ну, Мел это не религия. Мел это просто стример. Для кого-то может, да. Ну, не для меня. Кто? Мел? Мустрой? Просто в казино играет и казино ему деньги дает, чтобы он всякие глупости делал. Все, больше ничего не делает. Да что он делает? Ты? Куклу стримера делаю. Какую бомбу осуждаю? Ты что? Нельзя такое писать, может, на Твиче. С ума сошел? Ты что? Осуждаю. Это ноги. Ой, руки, господи. Ой, как же работа выматывает. Но снимает скрытая камера. Фух. Я уже должен в кроватке лежать после того, как я обожрался, как тварь. Так я покушаю. Сейчас я хотя бы руки сделаю, и на сегодня можно будет идти отдыхать. Хоть план этот выполнить, господи. Фух. Завтра же 9 опять работать, понимаешь? Опять работает? Нет, это так не работает. Мопед за меня, к сожалению, не работает. Как бы я этого хотел или не хотел. Мощный? Спасибо. Где-то по дороге цепь болталась, да? О, мама. Мама пришла. Завтра надо не забыть купить скотч. Был бы клей-пистолет, это бы в секунду все бы делалось. Ой. Клей-пистолет непонятно тоже, где лежит дома. Клей-пистолет.
Да я искал, не нашел. Заперли куда-то, как всегда, ни хер пойми, где оно лежит. О, привет, братик, привет. Рад еще раз видеть. Я постоянно в онлайне. Я уже не знаю, я уже сегодня целый день в онлайне прям. Что не день, Ванюшка в онлайне сидит. Устал я, конечно, за сегодня устал. Что сегодня на ютубе буду смотреть хоть гляну? То я уже, конечно, понимаю, что надо еще будет отдохнуть хоть чуть-чуть. Так, что тут вышло интересное? Ой. Гонконг. Можно досмотреть, кстати. Ты мне вот эта песня нравится очень. Новая. Давай, давай. Ты когда куклу закончишь? Это только третий стрим, о чем речь, брат? Ты думаешь, так быстро делается? Нет. О, качает как. Это за качок. Иванушка качок. Привет, привет. Way too short for my soul, put a song. Way too short for my soul, put a song. I'm a stay free, the track to my beat is track jacket. But you get a hold.
топовая вообще песня, обожаю. Просто жестко качает. Я помню этого клавишника, кстати. Я его знаю. Ну, не лично, а в плане по видосам, по клипам. Похож? Ну, на клавишника из Рамштайна. У меня краска есть телесного цвета, можно куклу в телесный цвет покрасить. Где же у меня эти краски лежат? Если мама никуда не заперла, в 100 лет куда-нибудь непонятно куда. Попробую найти. Марка можно будет покрасить. Реально, чтобы он был похож на живую куклу. Да, это называется стримерская болезнь. Если хочешь меня накормить, да ладно, шучу. Надо книжку нести. Почему не поможет? Поможет. Что ж он не поможет? Сейчас я пойду книжку принесу. А то уже закончился молстрой. Так. Он дал ссылку, но у меня ссылки не работают. Вылазь, скинь. Сейчас я приду за книжкой схожу. Ой, что там работает нормально, все стрим идет. Сколько процентов? 34%, ё-моё. Вот и пригодилась книжечка. Ой, сколько тут листов, интересно. Где-то 40 листов. Ну, нормально, кстати. Нормально. Так что кукла будет
в каком-то роде состоять и чуть-чуть из Малстроя и из Кришны. Ну как похож. Просто то, что худой. Бицуха в охвате 34 сантиметра. Это получше, кстати, качество бумаги. Мне прям нравится. О, и мнется получше. Кайф, хорошая книжечка. Пригодилась прям, спасибо. Спасибо, что они мне ее дали. Во благо пойдет хоть. Без скама хоть. На благое дело. Спасибо, родной, спасибо. Этого не простят. В смысле, оно ж на благое дело пошло, Дерек, наоборот. Так, господи, что с... со скотчем? А, я понял. Так, ну, собственно... Это я не рассчитал, что скотча мало будет. Ну как не рассчитал? Надо было купить сразу. Блядство. Ну, да. О, рейд дали. Кто? Your. Thank you. Спасибо за рейд. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, 10 человек. У вас, ребят, нету случаем? Кто? А, я? Не знаю. Ну, тут ты не обидишься особо, в принципе. Привет, новый зритель, привет. Ты меня куда закинул? Юра! Куда ты закинул нас, Юра? Что тут, челик сидит 45 килограмм, делает куклу марка Гуакамоли и будет с ней работать в Яндекс.Еде на велосипеде. Господи, что случилось? Что случилось? Как это? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рад приветствовать. 45 килограмм, 45 онлайна. Растем, растем. Сейчас поправлюсь, будет 46 онлайна. О, силушка богатырская. Где скотч брать, ребята? У меня скотч закончился. Это проблема. Вот со скотчем это проблема реальная. Пойду искать скотч. Что еще делать? Где мне скотч брать? Плюни приклею. У меня есть вообще клей-пистолет на самом деле, но я его не нашел. Привет, я смотрю тебя на доставке, ты классный. Спасибо, брат, спасибо, спасибо огромное. Так, а что ты стримишь? Давай мы тебя тоже посмотрим. О, так ты новенький. У тебя 24 сентября ты только, в принципе, создал. 347 фолловеров всего. Ты новенький. Привет, меня зовут Юра, это мой канал, посвящен замечательным играм моей жизни. Много вов, ждем выхода катаклизма на официале и плотно в него зарубаться. Так... Новосиб. О! Новосиб. Так, ну это подписка. Определенно подписка. Дело в шляпе. Да. Как говорится, я сразу пошел все разнюхивать. Кого? А, проверять. Это нет, это Марк. Это Марк Гуакамоли. Это один человек. Это один человек. Так, мне надо что сделать? Мне надо найти скотч. Мы сделали уже остов. Это где будет пузико. Сисечки. Нет, это один человек. Какие разные люди. Один... Сейчас я пойду. Не знаю, где мне скотч. Дать мне скотча. 50 оттенков гуакамоли. А вот это звучит, кстати. Это надо запомнить. Hello. О, спасибо, спасибо. Сейчас я тебе погадаю. Сейчас, братик, сейчас. Спасибо большое. Я как не
карты Таро. Расскажите, да всю правду доложите. Совет для нашего, собственно, великолепного рейдера, кто нас поддержал. Карты Таро кручу-верчу, всю правду узнать для тебя я хочу. До сих пор новенькими пахнут, не поверите. Сейчас, братишка, знак поддержки. Мы тебе сейчас это. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Расклад на Юрчика. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ну что, готовы? Император, мужчина, глава семейства, отец, авторитет, власть, воля и защита. Император. Юра, ну ты у нас император, а совет для тебя? Проявите лидерские качества, управляйте ситуацией. А с работой что связано? Где работают? Карьера, обретение власти и силы, преуспевание. Это вот, собственно, пойдет Twitch скоро. Буду тебе и рейды давать. Так что... Все будет, брат, все будет. Влюбленный в него. О, Марк. Привет, привет, да, Марка делаем. Получается, сова не будет приставать. Вы там про свое что-то, просто я не в теме, я понял. Так что все пошло, все пошло. Император в теме. Император в теме, пацаны. Куда без карты-то? Наши карты, помощники наши. Дюна, Дюна, спасибо за донат. Спасибо, Дюночка, дай Господи здоровья. Карты Таро верчу-кручу. Для Дюны правду узнать я хочу. Это не я. Написано это ты, поэтому уже все, уже поздно. Карты все услышат и видят. Подставил? Ну, походу, жесткая подстава. Сейчас посмотрим. Карты правду покажут, если подставил. Готов? Да, мошенничество, как я и говорил. А, мечи 7, воровство, хитрость, интрига, обман и мошенничество. Да, это правда не он. Причем я не рофлю сейчас. Карты реально показали, что это мошенник и... донат был не от тебя, братан. Так что не парься, все хорошо. Тебя реально подставили. Карты не врут, я говорю. Так что даже могу не читать, в принципе, совет, потому что реально кто-то тебя подставил. Сейчас я гляну мечи 7, конечно. Но это подстава в любом случае. Не принимайте непродуманных решений. Ну да, это тебя кто-то... Тебя кто-то... Это тоже не я. Это тоже не ты? А кто же это тогда? А где мой этот? Не пойму я ничего. Что это? Я не вижу свой... А, вот вижу. Так, это опять не ты. Все, последний раз кручу. Если это не ты реально, то карты покажут. Для ПВП крутим. Окей, это крутим для ПВП. Карточку. ПВП готов? Блин, сейчас бы в ПВП в Perfect World бы сыграть, как старые добрые. Ну, он стандартный диджор, я не стал заморачиваться. Ему уже 2 года этому виджету. Пора апдейт? Ну, наверное, да. Колесо фортуны. Удача, изменение движения, успех, преодоление счастья. Кстати, хорошая карта. Колесо фортуны. Быстро. Не упустите счастливую возможность. Ну, собственно, это твоя. Твоя. Видали как? Видали? Спасибо, спасибо, ребятушки. Спасибо за вашу поддержку. Всем крепкого здоровья, мужички. Ну и сестры тоже, если есть в чате тут.
У меня есть еще руны и демоны Гаити. Но это уже... Это уже обычно на выбор. Это в чате обычно пишут в уже в комментарии. Так что по стандарту у нас обычные карточки. Так, сколько там процентов? 27, ё-моё. Сейчас, секунду. Сейчас я телефон на зарядку поставлю, а то у меня тут это... Ваня, тоже хочу расклад. Блин, все разломалось. Сейчас починим, подождите, мужики. Ах, все поломалось. Сейчас я повторю. Сори. Сейчас я повторю. Сори. Сори. Так, вот это было, которое не видно, не видно было. Хватит донанить от моего имени. И вот сейчас. Ваня, тоже хочу расклад. One New Age. Вообще видно там что-то или нет? One New Age. Видно что-то? Нормально? Видно? Кубический стрим, да ё-моё. Блин, сейчас перезапущу, секунду, сейчас.